Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 17 на странице 15. Прочитаем задание. Начерти отрезок АБ длиной 60 мм. Отметь на нем точку С, так чтобы длина отрезка АС была равна 15 мм. Узнай длину отрезка СБ, не измеряя его. Итак, сначала мы должны начертить отрезок длиной 60 мм. Отрезок АБ, длина 60 мм. 60 мм это значит 6 сантиметров. Теперь на этом отрезке мы должны отметить точку С, так чтобы длина отрезка АС была 15 мм. То есть мы должны от точки А отмерить 15 мм. Это три клеточки. И поставить точку С. Длина отрезка АС будет 15 мм. А теперь нам нужно будет узнать длину отрезка СБ. Вот этой вот оставшейся части. Для этого мы должны из отрезка АБ вычесть отрезок АС. То есть мы записываем СБ равно отрезок АБ равен 60 мм. 60 минус отрезок АС 15. 60 минус 10 это 50. И 50 минус 5 45 мм. Длина отрезка СБ. Запишем ответ. Ответ 45 мм. Длина отрезка СБ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.